Здравствуйте, дорогие коллеги! С вами Пустотина Ольга Анатольевна, и мы продолжаем цикл видеолекций, посвященных урогенитальным инфекциям у женщин. И сегодня все полученные знания на предыдущих видеолекциях, теоретические знания, мы будем внедрять в практическую плоскость. Итак, у нас пациентка с жалобами на выделение с половых путей, зуд и жжение вульвы. О каких заболеваниях нужно нам в первую очередь думать? Во-первых, это бактериальный вагиноз, вульвовагинальный кандидоз, аэробный вульвовагинит, инфекция, передаваемая половым путем и воспалительные заболевания органов малого таза. Для того, чтобы это выяснить, нужно придерживаться следующему алгоритму, который я составила на основании существующих международных клинических рекомендаций по диагностике вульвагинальных инфекций. Самое первое, что нужно сделать, это осмотр, оценить жалобы. Затем обязательно осмотр зеркала. Для чего? Для того, чтобы определить источник выделений. Откуда эти выделения? Из влагалища, либо цервикального канала. А это абсолютно разные нозологии. Определить состояние эпителиальных покровов, вульвы, влагалища, самой шейки матки. А затем лабораторное обследование, которое включает самое первое. Это pH метрии вагинальных выделений. Затем микроскопия вагинального мазка, нативного или окрашенного по грамму. пцр тесты из цервикального канала на четыре строгих патогена. Это хламидия, микоплазма, трихомонадная инфекция и гонокок. Только четыре, не комбинированный тест, а всего четыре, то, что прописано в клинических протоколах. И бимунальное исследование органов малого таза для того, чтобы исключить обострение либо острые воспалительные заболевания органов малого таза. Но существующая практика почему-то лабораторного обследования абсолютно другая. Почему-то проводится микроскопия традиционно из трех зон – уретры, влагалища и цервикального канала. Эти рекомендации идут еще из 70-х годов, когда с помощью микроскопии мазков из трех зон определяли такое заболевание, как гонорея. Но в те годы не было ПЦР-теста на гонокок. Поэтому других возможностей не было. Для других целей микроскопия мазка из уретры, из цервикального канала, не проводится. Для чего необходимо проводить комплексный ПЦР-тест различные фемофлор, инбиофлор, когда он комплексный на условно-патогенные микроорганизмы. Почему их нужно брать из цервикального канала? Ей, так же, как и бактериальный посев из цервикального канала почему-то берется. Мы говорим о влагалищных инфекциях в первую очередь. Бактериальный вагиноз, вульвагинальный кандидоз, аэробный вульвовагенит. И поэтому нам нужно определять микрофлору именно в влагалищном отделяемом, а не из цервикального канала. В цервикальном канале мы смотрим только определяем только строгие патогены, то, которые я вам говорила. Почему э, в стандарт, ну, так называемый, в кавычках, стандарт обследования входит до сих пор ВПЧ-тестирование и ПАП-тест при наличии выделений? Почему ВПЧ? ВПЧ не вызывает вообще никаких выделений. И тем более воспаление в шейке матки. Он вызывает не воспалительную реакцию, а он вызывает неоплазию шейки матки. Она не сопровождается никаким лейкоцитозом и никакими выделениями. А если говорить о тесте, с цитологическом исследовании из цервикального канала, то он вообще при наличии выделений противопоказан. Итак... В нашем случае смотрим жалобы, выделение в течение недели, зуд, сжение, неприятный рыбный запах. Уже приблизительно мы можем предположить, какой диагноз. При осмотре в зеркалах, на стенках влагалища, серо-белые, сливкообразные выделения с лопьевидными включениями в большом количестве. Кожа и слизистая вульва гиперемирована со следами расчесов. П-метрия показывает 5. При микроскопии вагинального мазка лейкоциты 20-30 в поле зрения, споры мицелий грибов, ключевые клетки. ПЦР-тест из цервикального канала не выявил никаких строгих патогенов, и бимональные исследования абсолютно безболезненны, то есть оно без особенностей. Какой, какие, какой мы диагноз здесь ставим или какие диагнозы здесь мы ставим? Правильно, вы правильно подумали, это бактериальный вагиноз, и вульвовагинальный кандидоз. Вот они два диагноза. Поставили диагноз, назначаем лечение. Конечно, местные. Меньше побочных эффектов при местном применении препаратов. Следуя протоколам и учитывая наличие воспалительной реакции, которая свидетельствует, что кроме анаэробов, которые характерны для баквагеноза, есть аэробные микрофлоры, то лучше выбрать антибиотик с широким спектром действия на анаэробную и аэробную микрофлору в сочетании с противогрибковыми средствами. Можно назначить сразу комплексный препарат, комбинированный препарат, такой как Макмирор-комплекс, в котором содержится и нефурантел, широкого спектра действия антибиотика, и аэробы и анаэробы в сочетании с нестатином. Нестатин, мы помним, что это противогрибковый препарат, относится к группе полиенов, активен в отношении грибов как рода кандида альбиганс, так и нон-альбиганс. Более того, нестатин еще обладает таким защитным действием на эпителии слизистых оболочек, что особенно немаловажно при поддержании нормального генального биоциноза. Следующий клинический пример: жалобы на выделение из половых путей. Как правило, женщина приходит именно вот просто с общей жалобой, жалобы на так называемую молочницу. Опять, опять мы должны исключить вот и подумать в первую очередь об вот этих пяти заболеваниях. Как исключаем? По тому же самому алгоритму. Жалобы, выделение длятся в течение месяца, периодически с неприятным запахом. Осмотр зеркала. Кожа и слизистые вульвы гиперемированы. На стенках влагалища из цервикального канала слизистогнойные выделения. PH опять При микроскопии лейкоцитов 30-40 в поле зрения есть ключевые клетки. И ПП, и в зонте мы исключили все отрицательное. Какой диагноз ставим? Ну, в первую очередь, когда мы говорим о слизисто-гнойных выделениях, сразу же наводит на мысль, что это аэробный э, потому что да, есть воспалительная реакция, подразумевает, что там есть аэробы. И вы будете вправы, если поставить этот диагноз. Но, учитывая наличие ключевых клеток, которые появляются только при баквагенозе. Не бывает при аэробном вульвагените. Я бы указала, что это бактериальный вагеноз. И вы скажете, а как же здесь лейкоцитарная реакция? А вспоминаем, при бактериальном вагенозе, так как это полимикробное состояние, не только анаэробы растут, они доминируют, но какое-то количество аэробной микрофлоры тоже может расти и эти аэробы будут давать воспалительную реакцию. Соответственно, мы будем видеть лейкоциты, и в том числе ну, даётся, получается клиника воспалительного процесса, в том числе и на шейке матки. А когда мы видим слизисто-гнойные выделения из цервикального канала, мы в первую очередь, конечно же, должны думать об ИПП, но мы их исключили, то есть все отрицательно. Соответственно, учитывая отсутствие ИПП и признаков острого заболевания, воспалительного заболевания органов малого таза, мы диагностируем, что это острый цервицит, ассоциированный с бактериальным вагинозом. И опять же назначаем лечение. Бактериального, бактериального вагиноза, потому что бактериальный вагиноз ⁇ это причина выделений, и в том числе и вот такого воспалительного заболевания в шейке матки, мы назначаем антибиотик с широким спектром спектром активности это не фуротелс. если он в сочетании с нистатином прекрасно, ничего плохого в этом нет. Макмирор комплекс в капсулах либо в виде крема вагинально. Вот здесь я обращу внимание, я бы здесь крем назначила бы не один раз в день, а два раза в день в течение 8 дней, учитывая, что уже присоединился и воспалительный процесс в шейке матки и тем самым закончила бы вот с лечением данной. Данной пациентки. Ну что, коллеги, спасибо вам за внимание. Следующую видео -лекцию с вами проведет профессор-дерматовенеролог Чернова Надежда Ивановна, в которой она расскажет о важных и недооцененных факторах риска рецидивирования вулевого генита с позиции дерматовенеролога. Присоединяйтесь, оставляйте вопросы и комментарии, подписывайтесь на, на, на нас в соцсетях. И спасибо большое за внимание. Всего хорошего.